хочу вас поблагодарить за то, что вы приняли наше приглашение и приехали сегодня в Молдову. Символично, что приехали именно в этот день. Сегодня мы отмечаем 75 лет освобождения Молдовы от фашистов. Знаменитая Ясо-Кишиневская операция, которая началась 20 августа и закончилась 24 августа освобождение Кишинева. Для большинства граждан Республики Молдовы это день праздника. В Молдове 24 августа всегда был, есть и будет Днем Победы, Днем освобождения Молдовы от фашистов. Хочу отметить, что я очень рад, что мы возобновляем стратегическое партнерство с Российской Федерацией по всем направлениям. За последние годы у нас на уровне высшего руководства были очень хорошие отношения. Спасибо, уважаемый Игорь Николаевич, за то, что пригласили. Для наших народов это существенно значимая дата, 75 лет. Если верить, то теперь уже 75 лет и почти 6 часов, как Кишинев освобожден от фашистов. 4 утра войска освободили Кишинев. В этом участвовали все народы Советского Союза, но это наша общая история, это наша общая победа. И, конечно, для нас это и честь, и самое главное – сближение памяти о наших предках, которые воевали за свободу Молдовы, за свободу нашей страны, нашей тогда общей страны, теперь за свободу Молдовы. Много погибло, но это была очень-очень знаковая и значимая победа. Не случайно командиром и полководцем, и начальником, которые командовали, и Малиновскому, и Толбухину, были представлены звание маршала за эту победу. Это говорит о значении этой победы в ходе всей Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. Переоценить сложно. Группировку почти 900 тысяч, которая была здесь разгромлена, 55 тысяч пленных. И, конечно, в этом огромная заслуга всех, кто здесь воевал. Мы привезли вам формуляры, чтобы передать освобожденная Молдавия, август-декабрь 1944 года, для записания всего того, что документы. Подлинные документы, все то, что было. Прямо по фотографии на нашем сайте Министерства обороны. И представление к наградам, тут сами награды, обеспеченная жертва. Давайте с вами, неповрежденная техника. Поврежденная карта. Мы тоже сделали, вкладывали. Пояснение карты, руины 3-го Украинского фронта. Спасибо большое. Это как раз для музея Министерства обороны.